Здравствуйте, друзья! Функция DrawReverseFrame позволяет создать реверсивную анимацию. То есть мы проигрываем анимацию в начало, а потом в конец. Вот она так и гуляет. Обычно проигрывание анимации – это с первого кадра по последний, а потом обратно прыжок сразу в первый, и вот так вот проигрывается. А здесь реверсивная. Она будет до конца идти, и с конца проигрывается в начало. И вот так вот будет ходить. Итак, давайте создадим этот эффект. У нас есть анимация, пока по умолчанию команда draw ее проигрывает, но мы вызовем другую. Draw, вот так, так вот, draw reverse frame. И здесь, как всегда, нужно указать стартовый кадр, с какого проигрываем. Можно также 0.7, то есть всю нашу анимацию. Это стартовый кадр, это последний кадр. Напоминаю, что хотя здесь их и 8, это просто числа, то есть их действительно картинок у нас было 8, это число. Но так как в языке JavaScript все массив, то отчет идет с нуля. Поэтому с нуля до 7. Это будет тоже 8. Поэтому вот так вот reverse frame будет с нуля дойдет до 7, а потом с 7 пойдем 6, 5, 4, 2 до 0. И так далее будет крутиться. Посмотрим. Видите, крутится назад, вперед. Вот такой создается интересный эффект. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multiroki.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видео. Пока.